Все хорошо, ребятки. Отписка. Черт. Клокворк, 3 монеты. Сэмка хороша. Кто я тебе взял? Мне не очень этот нужен. Давайте так и сделаем. То есть Джаггер идет, вот эта подруга идет, вы задефаете. А там уж к вам подключится Тони, это и Цемка. О, как я придумал. Может, периодически хоть катку нужно отыграть? Для аккаунта? Нет, там только в бабках вопрос. Спасибо, Роман, привет, чатик. Здорово, Ваганеткин, за что спасибо. Вроде ничего такого не сделал еще, уже спасибо. Да ну нахер. Так, ну мы виспа точно хотим брать, да? ЦМ-ку пока скипнем. А просто так, почему не благодарить хороший человек? Понял. Ну тогда обоюдное спасибо. Я буду брать эту виспа. Нужна ли мне эта ЦМ-ка? Вообще, может, и нужна. Держи, Джага. Ни в чем себе не отказывай. Вообще ни в чем, бля. Да ладно, на. Еще тащи там, чувак. Я в тебя верю. Брать ли этого морфинга сразу, скипать вот это говно? Или вот это? Ну, я, наверное, вот это скипну. Если я могу зайти в лобби и сыграть, то потом все норм. До следующего дня. Странно. Да-да, игра, что нет там. Давай все апнем. Вообще все апнем, что нам теряться. И морфингов 2 апнем, и не знаю, и... И прям, наверное, прям сразу Джаггер поставим. Вот так вот, это будет сильнее уже под богами. У него зарядка есть, мясо есть. Просто тру-т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 у. Го, бога Елема, как будто у нас есть выбор. При такой ситуации. Но нет, выбор есть всегда. То есть слейд здесь маги тоже сильно. То есть здесь слейд по обилкам сильно. Манга, second chance, элитный рекрутер. У нас просто очень сильные фигурки зашли. Очень сильные фигурки. Я даже феечку возьму. Может, стоило этого взять? Да нет, наверное, не стоило. Сины мне не нравятся, найты мне не нравятся. Ханты будут сильные. Но эльфы будут сильные. Хочу ли я левелапнуть? Вот в чем вопрос.
Думаю, что да. А дальше четвертую пойду ли, вот уже вопрос. Ну вот как раз вот это я увидел, захотел левелапнуть. Чтобы не так просто, мол, этот джаггер пробить. Джаггер достает до этого, это важно. Этот тоже скрутится. Ой, прям давай до всех достанем. Вот так вот, прям по всем. Это того не достает. Ну ладно, тут Марс справится. Я не знаю, как там этот парень выжил. Ракетки-то в джаггера полетят? Правильно летят. Поддерживаю, одобряю категорически. Ханты сыпятся. Ну ладно. Это я почувствовал, видимо, джаггера. А что здесь, войды пойдут в бой? Я уверен, что пойдут. Тоников будут разбирать, да, Марсов. Джаггера здесь уж тоже подбирает. На фриролах. Почему нет? Дерево, ну возьмем, ну как бы оно мне не нужно, но ВК я продаться не могу. Левел я тоже пятый апать не очень хочу. А здесь пятый. Пятый что, воины? СФ, брат. Ну такое. Джаггер очень плохо стоит. Джорчик не хватает, хусик сильный. Селедку, может, стоило брать. Кстати, селедка хороший юнит так-то. А вот такс уже не очень, винстрика у меня нету. Син, этот эльф просто с нулевой. Понятно. Опять эти... Ой-ой-ой. Как неприятно, это гиро-рыбак, ой, ну вообще мерзко. Он соберется, он будет сильным. Брать ли дазла сейчас? Вот это я точно продаю, возможно вот это. Может быть вот это. Хотя нафига мне это такс? У меня и так деф есть, орков я не очень хочу, пусть джаггер крутится. Феечка пригодится, тяжело будет находить. Ем доктор XTO. Здорово. Войд, даже если бы я шел войда, то я бы его так рано не подбирал. Надо на билки смотреть. Ну а что из-за билок? У меня тут ни лазера нет, ничего. Что бы я хотел? Грейт Волт что угодно позволяет делать. Монополия пугает. То есть тоники всякое прочее разберут. А рыбаки сидят, вообще не парятся, ждут своих снайперов. Ну тут уже... Вот этот, почти считает, сидит с гира. И разваливает все лобби из минусов. Тут выход в найта, да, он не хочет уж скипить найтов. То есть у него есть тролли. Это интересно, но против тролля на элеме я поиграю из плюсов. Из минусов надо наролить, да, тоника будет проблема. Хусин джаггер съест. Тоник, ты можешь кого-нибудь убить? Ты был близок к этому, но не хватило моджо. Так хочется продать что-нибудь ненужное, но, к сожалению, у нас нет ничего ненужного. Но дев крипов у нас железобетонный. Да я так сидел с гира, снайп на 12. Ну блин, но он сидит уже с правильным баном, с пандаренами. То есть он найдет свою гира. До 15 сейчас легко. Еще два гира вытащит. Меня вот это смущает немножко. Нахрена тебя джаггера, чувак? Могу в обилке смотреть. Не, я два оппонента не дефал. То есть двух хусиков я не дефал пока что. Ну да. Понимаю.
Ну да, понимаю. Я обещал вам Гира, вот он, пожалуйста. Вытащил с 10-го с мехами. С гоблинами, точнее. А я не знаю, что мне отсюда брать. Кажется, что вот это надо брать. То есть из Даргира я ничего все полезного вытащить не могу. Блин, ну мне так этот опыт не нужен, да, халявный. Ну просто мне предмет еще ничего. Но я не хочу это брать, реально не хочу. Я возьму этот спам, мне пофигу. Как трек называется? Сейчас скину, посмотрим. Синриппер. Как она стоит? Туда Джаггера поставить как-нибудь удачно. А будет ли Кунка лучше Элемов под богами? Думаю, что будет. Почти. И здесь придется эту отдавать. Жаль. Я думал, что здесь мы пробиваем. Очень плохо. Что он еще и побеждает. За Кунку я переплачивать больше не хочу. Стрик шанс я потерял до сбития. Хотя это хумом. Хотя это воин. Ну а что я воина? Как я потащу воина? Допустим. Против кого? Лем смотрится интереснее. 80 голды. Нашел Great World. Здесь тоже Great World, но здесь мало. Двами паря пойдет. Нет. Надо было эту продавать. Это 2 ТБ уже. 9 эльф. Нужен дазл срочно. Джаггер, конечно, успел закрутиться, но насколько это нам поможет? Там большой дэмэдж. А, здесь мы его пробили. А, нет, другой. Элема, конечно, надо было ставить, но что успел, то поставил. Вара, как по нему, самая слабая синергия. Ну, частично согласен. Не самые сильные ребята. Enchanted, I'm sure. Нужен ли мне этот дазл? Я, наверное, не хочу по... Чего? В рот мне ноги, укуси меня, енот. Ты серьезно? Ты вообще серьезно? Фулл эко 2-2 ТБ. Охренеть, игра будет. Оракл через испа? Обязательно. Лобби будет жестким. Вообще жестким. Тройки из плюсов, да, здесь. А хотя зачем мне эти тройки? Мне двойки бы, чтобы кто-нибудь разбирал. Никто не ролит, кроме Найта. Давай соберем тебя. Зря я, конечно, тебя купил, но ладно.
Вроде бы банчик надо давать. Сапог, морбитка. Вообще это очень круто собрать джаггеру. Джаггеру и сапог нужен, и все вообще нужно. Это тоже первый ролл свой вытащил, он жесткий. Хочу ли я вытащить этого дазла? Нужен ли он мне? Это мне точно нужно. Чё, чатик, голосуем за что? За арканы? Или за морбитку? Еще морбитку надо брать. Морбитка это 2 оф, очень важный предмет. Джаггер что-то быстро скрутили, тоников не нахожу. Есть ли какой-то у нас бан дешевенький? Агра нам не нужно банить. Инфа сотка. Боже, почти-то 3 ТБ, 2 ОФ. Серьезно, чел? Сапог Джагу МБ. Сапог Джагу очень нужный айтем, но... если здесь соберутся Book of Dead, а у меня, если что, не хватает одной маски, одного камня, без Weapon Smith'а, это реально получить. Ой-ой-ой. Т2... Да ну! С двух роллов! Вот это вот Т2-Т-чка и Т2 Варлок? Два ролла. Держу в курсе. Да, 10 големов давай насыпем. Это два ролла. Это за два ролла ему пришло. Еще гирокоптер дубликатом. Ну, это чемпион. Супер плохая игра будет, очень все сильная. Сейчас тоже выставится сильно. Сейчас придется подролить. А, у нас 6-й левел апнулся за Синрипер, да, я не заметил. Да, конечно, Джагу надо было поставить. Вообще, Дазла можно поставить. С мультикастом со всеми врагами. Да, с один Джаггер бы здесь почти все скрутил. Опять что-то на элемов не заходит люто. Два мипаря. Ну, это хорошо. Но у них у обоих куча голды и куча хп. Хотя уже не куча хп, а там тангус не осталось почти. Ту-ту-ту-ту. Eyes up and shields front. Ни дазл не пришел, ни это. Джаггер 2 оф. Найти бы их побыстрее. Морфинг 4 оф. Эльф 9. Ну пока на помоечке, но могут быть проблемы. Дазл был. У меня все равно, да, по столу бы я его продал бы. Он не пролез бы. Либо феечку пришлось продавать, она нам нужна. Да нет, но видите, по столу уже дазл сейчас не лезет. То есть мне каждый из этих юнитов нужен обязательно. Два тоника. Ну это вообще пипец.
О, надо тоника дораливать. Или может не дораливать? Да давайте на мужика чуть-чуть паролим. Не туда паролили на мужика. Ладно, один офф, два офф, и мы починимся. Фейка, фейка нас простит. Ну, а без лазера тройки не протаскиваю, нам еще Рубика находить, Разора, левелапать нужны будут бабки. В первую очередь Джаггера надо закрыть. О, корона, очень хорошо. Тони, Фейк, Разор. Вообще Марса надо тоже сейчас собрать. Зря я так поступил, ну ладно. Зарядку Джаггеру я просто вот так вот дам. А когда ответка будет, надо будет тоже у него класть. Но надо левелап сейчас будет. Один этот, два морфинга. А что там у нас под монополили? Урион и Транта, окей. Не, элемы уже нужны, да, это у нас Сефи пробьют. Элемы сейчас важнее, чем... чем все остальное. Просто надо левел идти. Блин, а что я не взял, да, что-то? То есть какой-то аджор. Я не буду много аджирать, но мне брать-то нечего, да? А че он так аджирает, ССФ? А-а-а-а! Ну да, конечно, Владимир. Тони, на. Да надо же вот так вот пока что. А, Doom только восьмой слот может подойти. Т2 Свен. Боже, как же ты напрухал на ролла? Тебе уже ролить даже не нужно. Все, он уже чемпион этой игры. Джаггер бы какой-нибудь арморчик, да? С ответочкой. Тони, у нас еще есть шанс, что там. Давай, я в тебя верю. Давай, Тони! Но-но. Гадкий, гадкий террорблейд. Больно. Ну, нельзя хп терять. Это мы найдем, я надеюсь. Т3 терыч, но он должен был появиться вообще на халяву. И здесь еще терыч Т2. Легион к Т3 под шестинайтом. Тролли шестинайты. Блин, Джаггеру еще что-то. Ну, у него вообще не хватает, да? То есть ему здоровья не хватает. Ему просто пробивают. Там ребята пытаются как-то его прикрыть на Марсе Стоне. Но этого недостаточно. Там хаос демоническим уроном пробивает это все. Он очень старается. Плюс 2, минус 6. Угу. А
Пейн тем временем пробил этот чел, этот Риме парик. Вилку берем. У нас, в принципе, любое усиление это усиление. Да нет, ну этот чувак на даргирах, он просто вытаскивает лег из роллов, это нормально. Это шестимех. Но он победил уже, но тут все, не с чем бодаться. Элитка в игре тоже гуд. Надо сейвить хп по максимуму. Возможно, кстати, дазл стоит брать. Креня, здорово. А хотя какой дазл, да, у нас Оракл, мы уже давно от него отказались. Такой себе идея с дазлом. Разор в бане, ничего страшного. Главное, что он у нас есть немножечко. Чем ты можешь закончить? Там словно есть спектроин, это такое, но можно. То есть демон хантеры. А сколько нужно слотов? 7, 8, 9, 10. Ну это 10 слотов, боже, как тяжело сделать. Dream Dizzy, йоу-йоу-йоу. Блин, тоника надо было разбирать, но не думаю, что это критично, да, по шмоткам. Вообще стоило бы. Эй, курицы, дайте, пожалуйста, шмота. Бля. So close. Линка почти. Доролить попытаться морфлинга. Enchanted, I'm sure. Enchanted, I'm sure. Так, берем вот этого парня. Джаггер, что тебе отдаем колечко? Пока может тонику, это почти бфчик. Но колечко... В любом случае, колечко, на. Этих жутких ребяток надо как-то убивать. Джаггер, крутись как не в себя. Тони, ты там тоже что-нибудь придумывай. Блин, а Джора не хватает. О, приятно. За что? Из плюсов мы собрали морфа. В идеале я хочу четверку какую-то Т2. Одно яблоко под элиткой. Ну такое себе. Но левел я точно хочу. Рики, кстати, тоже можно поставить. Ой, ну ты-то зачем пришел? Ну тебе вообще не рады. Боже, там все рассыпается просто в салат от этого парня. Минус яблоко. Надо пожить. Продаю же разорчик. Почему? Виз придет, я в него бахну. Нужно ли мне ролить? Рубика? Ну да. А вот четверка на next уровень. Пойдете.
Рубик, а что ты украдешь? Дай что-нибудь годное укради, пожалуйста. А, это два темпларка, это два спектра, просто ты паролил чуть-чуть и все нашел сразу. Давайте дума как-нибудь. Ой-ой-ой, ой, Рубик. Как интересно, ты придумал. Боюсь, что нас тут не хватает, да, слишком много урона. Ну, кого-то надо убивать. Вот это всякое дерьмо надо поубивать. Не тот шарик. Давайте вот этого пробейте, пожалуйста. Я не зря, что ли, ему яблочко снимал? А ну и шар мне отдай, паскудник. Мне шар. Я заслужил его. Я говорил, что заслужил. А вы не верили. Почти... Почти бабочка. Бабочка. Манта, то есть... Дай пока вот так вот. Тони, ты не поверишь, это все твое. Все, мы сделали план максимум Тони с БФом. Джаггер, у тебя там отжоры килограмм. Я в тебя верю. БФ убили Тони. Топ-3 есть. Хорошо. Что там есть? Морбитка. Джаггер, нужна еще морбитка? Надо Тонику дать морбитку, и тогда протянем. Я готов еще раз подраться с Пейном. Больше я ни к чему не готов. То есть с этим, очевидно, я драться не хочу. Три Свена, это два. Да ну нафиг. Enchanted, I'm sure. Это жесть, трикосик. Ну, на левел мне не хватит. Давай Тоника на крипов разберем все-таки. А там потом что-нибудь придумаем. Что спасает нас? Да ничего. Шрау. Среди вас есть Шрауд? Сбитие стрика только, да, помогает хоть чуть-чуть. Сокретка. И что, сделать его тоже элемом? Богом Лемом. На, морфинг. Не знаю, на. На. Джаггер, на. Ой, нам повезло опять Пейн. Бога Лем, Джаггер, это хорошо. Хотя, возможно, Тони больше с БФ-кой делал. Но здесь у нас есть шанс не умереть, по крайней мере. Ой, изи топ-2. Ну, тут вопрос был, к кому зайдет этот парень. Потому что вот так он нас дефает. Изи топ-2. Марфа богом. Да там пофигу, то есть. Ну, против... Возможно, против СФ было бы чуть получше. Но вопрос, к кому заходил этот парень. Он же просто тремя свенами стирает. Тремя свенами, тремя варлоками стирает любой стол. Ему плевать.